Пошли мы, значит, покупать шаурму. И тут нашли птицу, которую держит хозяин заведения. Я ей явно понравилась, потому что мы оба беленькие. Но вы просто не можете представить, сколько она стоит. 50 тысяч дирхам. Это больше миллиона рублей. В прямом смысле щипает меня за руку. Птица говорит, кстати, только на арабском. В конце она запуталась, не пострадала, конечно, и я осталась целой. Такое шоу запомнится навсегда.